температуры пайки регулируются посредством приборов, размещенных на передней панели корпуса. Терморегулятор и таймер. Кнопка пуск, включатель питания. На терморегуляторе мы выставляем рабочую температуру пайки. На таймере мы выставляем время пайки. Или, как говорят, еще скорость пайки. Изменяя любой из этих параметров, мы можем сокращать либо увеличивать время пайки тубы. Сейчас мы наглядно изменим время пайки тубы. Сократим время. В настоящий момент время установлено 2,1 секунды. Мы сокращаем до 1 секунды. Туба не запаялась. Что и следовало ожидать. Поэтому надо добавить время. Не время, прошу прощения, а температуру. Изменить температуру, увеличить. Если мы сокращаем время пайки, то мы увеличиваем температуру пайки. Дождемся, пока температура достигнет установленной. И произведем повторную пайку. После того, как тюбик был запаян, важно подождать, чтобы он остыл, для того, чтобы шов затвердел. Не трогать его, не гнуть. Мы видим, что очень хорошо, качественно запаял, ровно. Обрезать не нужно. Мы потом проверим еще.